Всем привет, меня зовут Настя, и почти полгода назад я рассказывала вам о двух сборниках рассказов Дафны Дюмарье, один из которых назывался «Синие линзы», а другой «Птицы». Ссылку на то видео я обязательно оставлю внизу, а сегодня я хочу поговорить с вами о двух других ее сборниках. Один из них называется «Рандеву», а второй «Не позже полуночи». И начать я хочу с первого, скажем так, «Рандеву» и другие рассказы. Здесь содержится их 14 штук, и больше всего мне понравился последний, представленный здесь, который называется «Доля секунды». По своему объему это, я бы сказала, даже не рассказ, а повесть. И главная ее героиня, миссис Эллис, несколько лет назад овдовела, и живет она одиноко, потому что ее маленькая дочь учится в пансионе и не горит особым желанием возвращаться домой. Приезжает она только по праздникам в родительский дом, и миссис Эллис очень любит свою дочь, и поэтому время, проведенное с ней в выходные дни, является самым важным в ее жизни. Остальные же дни она проводит в повседневных делах. Вот и сегодня, в тот день, который описывается, утро у нее началось очень деятельно. Она разобрала счета, разобрала письма, посмотрела, хорошо ли разложено белье в шкафу и так далее и тому подобное. В общем, сплошные домашние дела. Она довольно-таки сильно устала, пообедала и почувствовала себя немного нехорошо. Думала, может быть, лечь отдохнуть, но решила, что нет, лучше она прогуляется. Миссис Эллис вышла из дома, дошла до парка, погуляла, и по дороге домой на перекрестке ее чуть не сбил грузовик. Миссис Эллис с большим возмущением подумала о том, что как только она придет домой, то сразу же позвонит управляющему в прачечную, откуда, собственно, был тот грузовик, и выскажет ему все, что он думает о неосторожности его работников на дорогах. Но придя домой и вставив ключ в дверь, она обнаруживает, что тот не поворачивается. Она кричит своей служанке на кухню, чтобы та открыла ей дверь изнутри, но вместо достаточно миловидной девушки из окна высовывается какой-то незнакомый мужик очень неопрятного вида. В голове миссис Эллис начинает роиться куча догадок, причем одна страшнее другой, а тем временем этот неизвестный мужчина открывает ей дверь, миссис Эллис входит внутрь и обнаруживает, что в доме все совершенно не так, как было, когда она уходила. Более того, в этом самом ее собственном доме находится куча неизвестных, незнакомых ей людей, которые ведут себя там, как у себя дома. Миссис Эллис абсолютно уверена, что перед ней шайка ограбителей, которая хитроумно разыгрывает перед ней спектакль, пока ее вещи преспокойненько выносятся, например, через черный ход и куда-нибудь увозятся. Ей удается вызвать полицию, но приехавшие бравые стражи порядка не спешат соглашаться с ее версией о том, что в ее доме грабители. Данная повесть содержит в себе элементы психологического триллера, мистики и даже фантастики. Здесь также хорошо продумана интрига и даже не одна, за счет чего читатель до самого конца находится в напряжении. Что касается остальных 13 рассказов, которые находятся в данном сборнике, то они также очень и очень хороши. Просто они не вызывают эффекта «вау», как вот данная повесть «Доля секунды». Я на них совсем кратко остановлюсь, просто чтобы вы знали, что еще есть в этом сборнике. Итак, здесь есть два рассказа, связанные с театром, и один из них называется «Прирожденный артист», второй «Прима». Забавные рассказы, хотя вот второй из них «Прима» довольно печальный, потому что он посвящен лицемерию, подлости и глупости людей. Также здесь есть чисто детективный рассказ, называется он «Без видимых причин», и начинается он с того, что достаточно богатая леди проходит в оружейную комнату своего мужа, достает там пистолет, заряжает его и застреливается. И причин вроде бы никаких для этого нет, но муж страстно желает знать, почему же все-таки его жена совершила самоубийство, для чего нанимает частного детектива. Если говорить о жанре психологического триллера, то здесь есть рассказ «Паника», который очень хорошо ему соответствует. И единственный и, наверное, главный недостаток данного рассказа состоит в том, что очень много вопросов остается после его прочтения. Дафна как-то очень кратко описала персонажей, взаимоотношения между ними, но, тем не менее, напряжение смогла все равно создать.
Самый лиричный в этом сборнике рассказ называется по-французски, и я не буду пытаться читать это название, потому что язык совсем не знаю и не буду коверкать, но переводится рассказ как «Прощай, благоразумие», и это название полностью оправдывает свой сюжет. Главная цель этого произведения – высмеять жителей типичных приморских городков на примере одного из жителей, который решил потерять благоразумие. Также здесь есть идеальный рождественский, вообще праздничный рассказ, и называется он «Сказка». Когда я начала читать этот рассказ, то мне сразу же вспомнилось просто огромное множество детских сказок, где главная героиня – это девочка-сирота, которая живет на холодном чердаке, мачеха, например, там, или ее отчим ее не любят, и она всем своим сердцем ожидает и верит в чудо. В этом рассказе тоже есть холодный чердак, есть и бедная обстановка, и черствая корочка хлеба, и вы просто сидите и гадаете, случится чудо или нет. И несмотря на то, что к середине рассказа вы уже догадаетесь, чем все закончится, тем не менее вы будете предвкушать финальную сцену. Также здесь есть два рассказа, которые посвящены религии и церкви. Называются они «Пресвятая Дева» и «Ангелы и архангелы». Но затронутые в этих произведениях теме мы поговорим чуть позже, когда я вам буду рассказывать о втором сборнике «Дафны». Так, что у нас тут еще осталось? Остался рассказ «Эскорт», который, кстати говоря, очень нетипичен для «Дафны» своим антуражем. А именно, время и место действия – это Вторая мировая война и море, в котором плывет торговое судно и боится появления немецкой фашистской подлодки, которая может это судно потопить. Но даже в такой ситуации, при описании таких, скажем, серьезных исторических событий, автор все равно осталась верной себе и умудрилась в это произведение впихнуть мистику, и очень даже удачно. Еще, наверное, к одной теме можно отнести рассказы «Любовник» и «Оплошность», потому что они касаются темы любви. Но если «Любовник» — это очень яркий сатирический рассказ, то рассказ «Оплошность» больше грустный. Хотя оба они показывают правду жизни. И последний рассказ из этого сборника, о котором я вам еще ничего не рассказала, называется «За закрытой дверью». И в нем Дафна очень хорошо показала как личное несчастье отдельно взятого человека, так и отношение общества к несчастьям других людей. Это очень грустный рассказ, но он заставляет задуматься о многих вещах. В целом, очень хороший сборник, но я, правда, ожидала, что в нем будет больше рассказов, которые сильно меня впечатлят, как это было с двумя предыдущими сборниками. Если данный сборник не произвел на меня сильного впечатления, хотя в нем содержатся замечательные рассказы с очень хорошим сюжетом, от чтения которых я получала очень большое удовольствие, то вот уже второй сборник «Не позже полуночи» порадовал меня намного больше. Здесь содержится 5 новелл, и о двух из них я еще, наверное, буду долго вспоминать и долго их обдумывать. И именно о них я более подробно расскажу. Первая из них называется «Не оглядывайся», и вот здесь в конце на обложке написано, что именно по этой истории был снят в 1973 году фильм «А теперь не смотри» английского режиссера Николаса Роуга с Дональдом Сазерлендом и Джули Кристи в главных ролях. Очень, кстати говоря, хочется посмотреть экранизацию, но сначала о сюжете самого рассказа. Супружеская пара обедает в ресторане на острове Торчелло, что находится в Венецианской лагуне. И в какой-то момент муж говорит: «Дорогая, не оглядывайся, позади тебя сидят две старые девы, которые очень пристально смотрят на меня, как будто пытаются загипнотизировать. Наверное, они мошенницы, которые в разных городах принимают разные обличия и грабят людей». Постепенно выясняется, что это словесная игра, которую супруги придумали очень давно, в ходе которой они придумывают различные фантастические истории об окружающих их людях. И они очень давно в нее не играли, потому что некоторое время назад у них умерла маленькая дочь. Жена, довязь от смеха, отвечает, что как только одна из этих женщин пойдет в туалет, то она увяжется за ней и посмотрит, будет то переодеваться
или нет. Кстати говоря, я забыла сказать, что те две женщины, которые наблюдали за супругами, были сестрами-близнецами. Собственно, нужный момент настает, женщины выходят и достаточно долго не возвращаются. Муж уже начинает беспокоиться, как видит на дорожке, ведущей к ресторану, к залу, где они сидели, свою жену, очень бледную и взволнованную. Та, подходя к мужу, говорит, что он, наверное, не поверит в то, что она сейчас скажет. Когда она зашла в туалет за той женщиной, то та сказала ей, что ее сестра-близнец медиум, и что она не просто так смотрела на них во время обеда. Она видела между ними, между супругами, их маленькую дочь, которая смеялась и улыбалась. Муж, конечно же, совершенно не верит в это, считает, что все это сказки, но раз жене от этого как-то морально полегчало, что их девочка была весела, то и хорошо, пусть верит, все под контролем. Они выходят из этого ресторана, идут в какую-то церковь, жена смотрит на фрески, а мужчина в этот момент замечает в проеме дверном снова этих двух сестер-близнецов. Позже, когда они уже идут ужинать в самой Венеции, в ресторан, он снова замечает там этих двух странных женщин. Жена тоже видит их, идет к ним поздороваться какое-то время, беседует с ними, а возвращаясь, говорит мужу, что у женщины-медиума снова было видение. Их маленькая девочка предупреждала их о том, что им нужно срочно покинуть Венецию. Тут уже муж теряет всяческое терпение, он начинает думать, что сестры, наверное, действительно мошенницы, и они, пользуясь горем его жены, просто манипулируют ей, а на самом деле у них достаточно плохие намерения. Но на этом этот странный день еще для них не заканчивается. Когда они возвращаются в отель, то поступает звонок, и в нем сообщается о том, что их старший сын болен, что у него подозревают аппендицит, и что сейчас он лежит в больнице, и хирург думает, проводить операцию или нет. Супруги единодушны в том, что следует возвращаться домой, и спешно начинают собираться в дорогу. Но на этом все далеко не заканчивается, а только начинается. События начинают развиваться просто с молниеносной скоростью. Каждая деталь рассказа, казавшаяся сначала бессмысленной, начинает обретать большое значение. Каждый выбор, каждое решение персонажа приобретает огромное значение. Декорации всей этой мистики служат не менее. Мистическая Венеция с ее узкими запутанными переулками, с ее каналами, мостиками, с ее дворцами и соборами. Я как раз этой весной была в Венеции, поэтому очень хорошо представляла себе место действия, которое описала Дафна, и могу сказать, что к легкому, романтичному, красивому воспоминанию об этом городе у меня после чтения этого рассказа прибавилось чувство тревоги и опасности. И, наверное, пока я не забуду сюжет этого рассказа, от этих двух чувств я не смогу избавиться. Вот такое вот напряжение Дафна смогла в нем создать и так все описать. Очень вам рекомендую к прочтению эту повесть, в особенности, если вы были в этом городе. И вторая новелла, которая также произвела на меня огромное впечатление, называется «Крестный путь». Сюжет этой повести рассказан от лица, а лучше, наверное, даже сказать, описан глазами нескольких персонажей. В Иерусалим прибывает группа англичан. Среди них богатая аристократическая чета Мейсонов со своим внуком Робином, также супруги Фостеры, которые хоть и богаты, но вышли из низов, поэтому чета Мейсонов их презирает. Также в группе находятся молодожены Смиты, старая дева мисс Дин и преподобный мистер Бэккок, который заменяет пастора, который, собственно, был одним из организаторов этой поездки, но, к сожалению, заболел гриппом и вынужден был остаться на теплоходе в Хайфе. Вся эта разношерстная компания заселяется в отель неподалеку от Иерусалима, и на следующий день им предстоит совершить путешествие, экскурсию в этом городе. Все эти люди, вся эта команда, в кавычках, обладают совершенно разным складом ума, характером, своими собственными привычками и, конечно же, своими недостатками. И именно на них Дафна и концентрирует свое внимание. Именно их она и будет высмеивать на протяжении всей повести. Это очень смешное сатирическое произведение, но проблема в том, что все действие происходит в Иерусалиме на фоне паломников и святых мест.
Я не знаю, насколько автор была религиозным человеком, но читая данную новеллу, а также упомянутые раньше мной рассказы «Ангелы и архангелы» и «Пресвятая Дева», у меня создалось впечатление, что Дафна была атеисткой, потому что иначе, наверное, она не смогла бы так высмеять и даже опошлить религию и церковь. Что касается остальных новелл, то они мне тоже понравились, и я могу сказать, что меньше всего мне понравилась здесь повесть, которая, собственно, вынесена на заглавие сборника и называется «Не позже полуночи». У меня после прочтения осталось огромное множество вопросов к этому произведению и к автору. И самое-то главное, Дафна так и не ответила, причем там «Не позже полуночи». То есть она ввела это в повествование, все было логично и замечательно, но на этом все. Вообще в этом рассказе очень много смешано жанров. Там и детектив, и мистика, и древняя история, и чего там только нет. Но все как-то схвачено так кратко, урывками. То есть ни один жанр не раскрыт был ей до конца. Вообще, на самом деле, из этой повести мог бы получиться прекрасный роман, если бы все линии были бы прописаны до конца. Что касается повести, которая называется «На грани», то Дафна здесь очень умело нагнетала напряжение на протяжении всего повествования. И я пока читала, постоянно ждала, что случится что-то жуткое или ужасное. И оно случилось, но совсем не там, где я этого ожидала. Более того, все оказалось очень банально, но от этого не менее страшно. И именно этим повесть хороша. И что касается последней представленной здесь повести, которая называется «Прорыв», то это стопроцентная фантастика. И когда я читала данную повесть, то мне постоянно вспоминался роман «Глаз Господа» Станислава Лема. Тоже упоминание опытов по воздействию на определенную цель на расстоянии. Те же вопросы жизни и смерти человека. Лем написал свой роман в 1968 году, а повесть «Прорыв» вышла в издании 1971 года. Повлияли ли писатели друг на друга? Возможно, но не факт. Мне кажется более вероятным, что просто эти темы постоянно обсуждались в обществе, были популярными, и поэтому два автора смогли создать два уникальных произведения на эти темы. В целом, я очень довольна, что познакомилась с малой прозой Дафны Дюмарье, и, насколько я понимаю, вся она в данный момент издана издательством «Азбука Классика». У меня все четыре сборника есть, чему я очень рада, и могу сказать, что Дафна, несомненно, была очень талантливой писательницей, потому что у нее просто нет плохих рассказов, они все хороши, у них у всех хороший сюжет. Да, от некоторых из них мне хотелось бы большего, но после того, как я прочитала достаточно большое количество рассказов, в особенности в современных литературных журналах, то я могу сказать, что здесь содержатся просто шедевры. Мне просто есть чем сравнить. Так что, если вы читали только романы Дафны Дюмарье и не знакомы еще с ее малой прозой, то я очень рекомендую вам приобрести хотя бы один из вышедших сборников и прочитать его. Ну и на этом, наверное, на сегодня все. Если вы читали какой-либо из сборников, которые я показала сегодня или в том видео полгода назад, то, пожалуйста, пишите об этом в комментариях и какие рассказы вам больше всего понравились. Всем спасибо за внимание и до встречи в следующем видео.